Всем здорово, короче, я заболел и теперь у меня голос как у алкаша, придется говорить так. Ну что, погнали, давайте пнем эту дверь силы мысли, пускай он знает, как он любит мою магию. Ну что, погнали, а у нас на улице так темно и штаж прицел в игре скосился, хотя игра предназначена для широэкранных мониторов, а монитор у меня квадратный, тем не менее мы играем в игру «Привет, сосед». Также прошу понять и простить, что давно не было видео, так как я реально заболел. Те прошлые видео с гуглом переводчиком это был стёб, а тут я реально болею, что горло болит. Ао, какая классная машинка у соседа, я тоже хочу такую, она красного цвета и она блестит. У меня право есть, сосед, отдай машину, она будет моей, даже видно, что бензина мало жрет. У этой машины даже стекло не разбивается, чё за терминатор, я хочу угнать эту машину. Ну ладно, хрен с этой машиной, я хочу разбить это окно. Ну давай, я знаю ваза, ты у меня долетишь, включай супермена и лети. Эээ, ты чего ваза, ну нормально, цветочки в окошке, круто чё, ахахахахахаха. Так ладно, пускай там стоит, любуется рассветом. Мы пойдем в дом соседа, все закрыто, просто зашибись, никуда не попадешь. Так, ой-ой-ой, что это пищит? Как будто я сматерился и типа меня запикнули, так я надеюсь, сейчас никто не придет. Надо спрятаться в углу, ну что это за ха? Ой-ой, что такое это все эти камеры, вот вы засранцы, лежите на полу и пищите. Камеры лежите и не палите контору. Так что тут у нас дверь. Ай-ой, соседушка обнял меня и тронул мою заднюю зверушку, вот он извращенец. Алло, посмотрите, кто у нас там сидит, футбол, видимо, итальянский смотрит, я тоже хочу посмотреть, только у меня нет телека, надо потом его стащить и посмотреть сверхъестественное. Ой, нет, сосед, нет, не трой мою зверушку, Слышите, он тронул мою жопу и ему понравилось, надеюсь, он от этого не возбудился, а то он меня пугает. Так, все нормально, нет, сосед, моя жопа нет, не трогай, не едет, вот он как любит лапать мой зад и обнимать меня крепко, хе-хе. Вот такой засранец наставил свои капканы, но я акробат и легко это перепрыгну, надо бы ему позвонить в дверь, пускай подумает, что это подул сильный ветер и нажал на звонок. Ха-ха-ха, это я типа отмазался, не смешно. Так вот, наш соседушка там стоит, он чё в натуре подумал, что это ветер, мда, у соседа наверное белая горячка. Ведь нормальный сосед не взял же пойти обнимать вора, соседа или кого-то другого, а просто взял и вызвал полицию и пошел к нам с битой или палкой или даже с ружьем. Ну или взять игру, например, как достать соседа, если ты спалился на глаза соседу, то он идет тебя бить, ведь знает он, что ты похож на дрыща и одной левой пропишет ваншот. Так, все нормально, так что у нас здесь, ой-ой-ой, опять эта камера-пикалка, надо срочно бежать отсюда, срочно беги, Форест, беги, я слышу его, он идет сюда. Так возьму молоток на всякий случай, может пригодится, уже слышу, как он топает ко мне, открывая двери, так бежим, долбанные капканы лежат. Главное на них не напороться, иначе опять ха на моей жопе. Досочку убираем молотком. Я нет, я его слышу. Нет, бежим. Нет, сосед, нет. Блин, он меня поймал. Хотя я его же перепрыгну, но все равно поймал. Чё за музыка, стрёмная дверь закрыта, ой, сосед, привет, ты чё такой большой, растишки, видимо, переел, ведь сам знаешь, растишка для детей, а ты уже взрослый и до сих пор жрёшь растишку. Чувак, куда ко мне тянешься, не трогай меня, а то укушу тебя, как комарчик. Итак, снова бежим доставать соседа и выносить ему, ауа, он там стоит, чё он делает, странное, ха-ха-ха-ха-ха-ру, ха-ха-ха-ха-ха, мой ор выше гора, ха-ха-ха-ха-ха, сосед взял и свое окно разбил. Пипец, он перец, ай-ха-ха-ха-ха.
Блин, он где-то рядом, я же говорю, что стащу у него телек, чтобы посмотреть сверхъестественное, хочу пересмотреть все сезоны, быстро бежим домой и смотрим телек, хоть и без розетки. Видимо, на батарейках он, все, сосед, телек теперь мой, иди ты на горы, ой, нет, он ничего кроме помех не показывает. Сосед на свой сраный телек, который ничего не показывает, все, теперь отстань от меня и уходи, на забери еще свой капкан, ой, не туда нажал, да прыгай ты с этого капкана. А то еще застряну в нем навсегда и все уберу куда подальше, ой, нет, нет, сосед, ты заел трогать мой заднюю зверушку. Ой, опять эта стрёмная музыка, сосед так и не забрал свой телек назад, но забирай, иначе я заберу и продам на черном рынке. Ну ладно, сосед, не хочешь, как хочешь, я хотел у тебя машинку забрать. Но он тяжелый, загнать домой не смогу, возьму тогда твой телек, если забирать не хочешь. Эх, ладно, опять сосед меня спалил, ну что же, надо заканчивать и дам соседу последний шанс потрогать мою заднюю зверушку, а то заметил, что ему это нравится, аж наверное возбуждается, ну давай лови меня. Я хочу обнимашек, я люблю обнимашки, е-е-е-е-е. Ну ладно, если вам понравилось видео, обязательно ставим лайки и подписываемся, если вы здесь впервые. Ну что, всем удачи, всем пока.